Команда играет без Кармела Энтони, начиная с 20 февраля. Никс выиграли только два раза, я напомню. Два раза в матче с Детройтом, это было 27 числа, три раза, прошу прощения. 28 против Торонто, кстати, именно против Торонто. Ну и швед с мячом, конечно. Швед. Ай-яй-яй, не шведы. Да? То есть несколько слов, если вдруг кто не знает, как швед вообще выступал в национальной баскетбольной олимпиаде в Лондоне, по-моему, да. Швед играет за Миннесоту. Соответственно, Алексей Швед набирает 8 целых частности, да. То есть были определенные какие-то указания на это со стороны Техтроном. В этом году как закончит сезон Сан-Антонио? Где? На какой стадии плей-офф? Может быть, уже после финальной серии с парадом чемпионским? Нет? Неизвестно. Неизвестно. Делал передачу на Лэнгстона Голуэя. Швед. Угу. Нес мяч разыгрывающий защитник, который тоже какое-то время играл в старте. Вступлением за Канзас. Канзасский университет. Голуэй. Против него Паркер работает. Швед, а против шведа Реджи Уильямс. Трудится. И, кстати, посмотрите, какая плотная опека сейчас Алексею Шведу оказывается. Барняни, Швед. Кавай держит Алексея Шведа. И Алексей, прекрасно закрывая мяч спиной, забрасывает. Достаточно для легкие 2 очка. Отличная передача. И Швед. Отлично. У Никс нету ответов на этот вопрос. К сожалению. Швед. Передача. Лэнс Томас. Томас со средней дистанции. Шуф и 3 результативных передач. Швед с мячом. Швед. Ой, молодец. Ой, умничка, Алексей Швед. Ситуацию он доигрывает до конца любой эпизод. Так, Швед перехватывает мяч. Разгоняется Алексей. И персональное замечание. Так, в него отрядили самого Кавая Ленарда. Это, значит, уже считается достаточно опасным игроком. Скидка опять на Барняне. Тот попадает. Еще одна передача у Алексея Шведа. Какое трио Никс? Уолт Фрейзер, Билл Брэдли и Фил Джексон, кстати говоря. Фил Джексон. Опять Алексей. Ой, классно. Александр. Разные игроки это делают, но они это делают. 75-64. Алексей Швед. На тебе. 2 очка. Алексей Швед с мячом. Хорошая передача. Уэйр бросает. Уникальный момент. Обратить внимание на... Хотел сказать, что 5 белых игроков играют. Нет. Заслон. Нет, заслон не поставили. Швед один на 3-очковой дистанции. Точно! Сравнял счет Алексей Швед. Молодец. И Данкан молодец. И Попович прекрасен. Да? То есть там Поповича показали. Это так называемый клок менеджмент. И сейчас Швед... Амундсен. И 2 очка, конечно же. Прекрасно. Прекрасно, Нью-Йорк Никс. Мячом Швед. Так, а вот это уже персональное замечание. Интересно. Практически не следит наша... На Александр Редькин. Сан-Антонио выигрывали у Кливленда в овертайме. Так, Данкан. Кавай. Ах, победа Нью-Йорк Никс, судя по всему. Сейчас он будет бросать штрафные, возможно, снова его результативность зайдет за 20 очков. И, ну, может быть, не так хорошо, но, по крайней мере, это и неплохо, я бы сказал. И еще один штрафной реализовывает Алексей Швед.